Там еще бегает по горам желтая. На. Вижу второго. Да ладно. Че? Уничтожили мы просто. В некоторых случаях отдельно бывают, конечно, типа Спанч Боба. Хотя там все странно в мультике. Спанч Боб, это хороший мультик. Он нереалистичный, там костер горит под водой. Главное, они это видят реалистично. То есть, кроме костра, тебя ничто не смутило, да? Зато они там на женщин ходили, блин. Ходили на женщин, это как типа на охоту прозвучало. Завтра пойдем на женщин. Так, справа антихера. Вы не пойдете с нами на панталонный день? Что? Вы идете к девушкам? Да. О, да. Такой я тут. Господи, курицы! Курицы, ну блин. Выбежали на меня, чуть не заспрейл по ней, блин. О, две вторые. Это что такое, блядь? Рюкзака еще нет у меня. У меня ноль. И не лезет ничего. Первый рюкзак вот здесь мой скинутый. А, Виктор, не. А, вон он все-таки туда ушел. С этих розовых кедов, походу. Че ты, Вася? Все. Этот чел меня нокал в заправке. У, сука. Месть. Вендетта, блять. Вендетта — это месть за семью. Я как Вин Дизель. Всех в свою семью набираю, чтобы было побольше за кого мстить. Несет, несет, жук. И да, грена. А хотя. Ах ты, ой, сучара. Вон он уже. Левее, да-да-да. Хорошо. Ему хорошо. Заходим. Хорошо. Хотел слева его обмануть. Тумбочка, блин. Чем ты убил тумбочку? Справа за ангаром был один. Нок. Второго. Я вылетел или что? Нет. Да, вылетел. Отвези меня куда-нибудь в безопасное место. Черт. Блять! Блять, привез тебя в безопасное место. Подумал, блин, надо в трубу тебя, короче, завести, который посреди полей. И что я там? А там два типа эти с машины спрятались. Да? Да. Я их убил. Еще предостреливает, блядь. О! Ёб твою мать, я испугался. Чего он сидит-то? Сука. Второй этаж нокнул. Право где-то. Его дробовик нокнул. Ой, тут еще и аук. Аук убил. За сосиской. А эти в гараже, по-моему, вот здесь. Да-да-да, второй этаж, желтая. Блять! Вроде должен был попасть. Сзади дробовик! Ок. Второй этаж, спрыгнул. Спрыгнул?
тебя. Прыгай там. Блин. Осторожно. Блять, сколько у него хп там? Не знаю. Я в него не попал. Фух! Мотоцикл сзади у нас. Где-то только что проезжал. Разбились. Блять. Или нормально? Нормально. Слева, слева, слева. Минус, минус. Там С4, уходи. Принимаем. Минус один. Добрал. Где еще один? Южнее был. Все, где-то затаил. Вызови потерял. Вот это меня. Сука, 24-ка какая-то еще. Я в сейве, если что. Меня прям кинуть. Хорош. Дым нужен все равно, наверное. Блять, и там тоже 24-ка. С двух сторон, блин. О, хрена. Пойди. Я минус, все. Вы кто такие, хорошо, блядь? Я в дым. Сон. Зона. Ты не успеешь туда донести меня. Еще бегу. Третью каску, если что, скинул, похер. Все они здесь, блин. Еще один ключ. Ё-моё, да хороший. Клюет прям хорошо, бля. Иди поднимайся уже там. Этот себе бери, кстати, ключ и сразу иди открывай. Дропа никого вроде. Давай глянем, что там. Я вот чекаю, кто-то с кем паник, тот дроп не контролит. И вроде нет. МГшка беру. Третий броник. Да, есть все. Они, наверное, сюда уехали, на серединку как раз. И все, они в меня будут стрелять. Давал. Аккуратно. Другая тима проснулась, по нам начала пострелять. Я их вытащил на эту тиму. Бежали, что ли?
Не-не, скорее всего, в ангаре где-нибудь сели там же. Такие. Да-да-да, первый этаж пикает ангара. Нокнул. Можно подпушить. Эти задры сначала катки убивали людей, я видел эти никнеймы. Хорошо. Теперь это наш ангар. Девятнадцать густов, куда я столько взял, блин? Поймал, блин, его. Пикал. Ну, угомонись там, а... Не знаю, но нам надо в зону поджиматься, 30 секунд у нас. Ну, вон они, вон тачка, да, они в кемп тоже заехали. Пусть развлекаются пока. Справа. Опа. По мне. Ой, сильно. Бля. Хилл нужен. И себе дым кинь тоже. Раскидай там вообще нормально. А чтоб хаешка не залетела. Если что, дым скинул. У меня еще есть два. Чел, который тебя нокнул, бежит. Нокнул его. Хорошо. К вышке он бежал. Добрал. Дым со стороны дай дома быть. Продублировал. Не знаю, может быть, селфиком. Но я его нокал только сперва. Давай на пляж. У меня. На, тиммейт, значит. Да, у него. Хаешку грею. Все. Ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Она уже улетела навесом. Справа где-то. Где-то 24-ку, да, вот здесь. По тебе, да? Да. Бля, не вижу тебя. Этот последний чел у нас. Желтый последний чел. Хае? Вижу. Вот тут. За строением каким-то. Желтая моя метка. На. Хорошо. Толком никого не убивали. Ну, грамотно все сделали зато. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням. Иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.